друзья, в будущем может произойти все, что угодно. Итак, обычная московская семья. Дорогой, хочешь борщ? Конечно, родненькая. В эфире экстренный выпуск новостей. Предсказания индейцев майя оправдались. Завтра конец света. Дорогой, заткнись! Алло, Марина, я скоро буду. Ты кому звонишь? Любовница, я тебе всегда изменял. Стой! А можно с вами? Что ж ты молчала-то, а? Папа, мама! Сын! Я курю и ругаюсь матом! Молодец! Не теряй времени, ищи баб! Бабы! Бабы! Алексей Юрьевич! Алексей Юрьевич, вы хоть мой директор, но вы сволочь! Я тебе еще и зарплату повышаю с завтрашнего дня! Сволочь! Стойте! Возьми! Ты. Да подожди! Зачем ты это делаешь? Я в рай хочу! На, возьми! Зятек, ты чё приехал? Лично хочу посмотреть! Маша, иди сюда! Я тебя бросаю, потому что ты тупая курица и не интересуешься тем, что происходит в мире! Дорогой, а почему ты со мной так разговариваешь? Разве что-то случилось? Ну ты тупая! Александр Васильевич, а можно я к жюри пойду? Да что я вас спрашиваю-то, а? Повторяйте за мной! Стойте! Стойте, мужики! Майя ошиблись! Конца света не будет! Ой-ой-ой, как неудобно получилось перед Эрнстом. Константин Иванович, вы просто меня не дослушали. В смысле, я не договорил. Лень по-братски сейчас вообще не до воды. Я что кричал-то? MTV. Я имел в виду, мы тобой восхищаемся. Мощное телевидение возглавляешь. Можно теперь валить? Дима, иди сюда.